повернись на меня посмотри. Камера на меня, ага, вот сюда, отлично. Да? Это не что иное, как несовершенство отношений. Раз это совершенство отсутствует, значит, не нужно себе врать, не нужно жить вместе, изображать жизнь вместе. Не вторгаться от него лично. Сразу спросить тебя, как у меня, как у мужчины, я отвечал с точки зрения, спасибо, готов ли я на это пойти, а у тебя скажи. Привет, это Дениса, мы очень давно знакомы, почему сейчас решили записать сначала эту совместную песню, ну а теперь спасибо. Причины две. Это наша давнишняя дружба, как просто музыканта, человека, и потом уже нас объединила семейная дружба, товарищеская дружба, да. Причин очень много, потому что режиссером является Вячеслав Тюрин, который является и автором этой песни, как и певица, и в данном случае тоже делаем все для того, чтобы работа получилась в конечном итоге хорошей. Отталкиваешься уже с локейшена. Ага, ага. Клево.
компании. Я посмотрел на Иришу, кстати, такая настроенная, красивая, хрупкая девушка. А я просто сказать, загорела. Ну, загорела, это и так видно, что говорит. Все, вот, и, в принципе, все видно, но я вас говорю. А я поехал в Испанию, там эти все гулки невозможные. Не представьте, что мне стоило неделю практически закрывать холодильник, и чтобы не пасть жертвой гулок, которые можно было здесь. Ну, как иначе, гулок не красивый. Кстати, вот она, да, такая красивая. Надо отдать должное, а вернулся просто в великолепной форме. За тебя молюсь каждый день. Было бы некрасиво, мне кажется. От меня. А Ириша, а ты куда приезжала? Я отдыхала в Индии май месяц. Я позволила себе роскошь побыть там 2 с лишним недели, потому что я долго мечтала об этой поездке. Наконец-то это свершилось, и масса впечатлений, что об этом можно и нужно даже написать потом отдельную книгу. Потому что в Индии в двух словах все расскажет. Которые у нас в клипе, родные, любимые, поэтому не волнуйся, как ты ничего лишнего. Родные, любимые, да. Наши, правда. Сколько у нас будет детей, скажи, пожалуйста, чтобы я знал. У меня просто 3 уже. Я еще... Ты знаешь, ровно столько у нас клип. Да? То есть у меня будет 6. Может быть, пособие, да, тут я не знаю как. И принципиально решили снимать только здесь, в Москве. И слиться, так сказать, с нашей родной природой. Отлично снято.
Жизнь, я небом твоим обещаю быть. Я буду с тобой, как яркий свет. Я буду любить тебя, вечно любить. За тебя мою любовь каждый день. Побежал, беги, беги, беги на Настю. Здорово, хорошо, давай, 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 давай.